Олег Веретила, номер 20. Два опорных хава. 10-й Неманя Николич. 4-й Слободан Симович. Он восстановился после травмы. Чук даже не заходил в раздевалку после этого поединка. Конечно, это удар ниже пояса и для тренера, и для всей команды. Опасный момент может возникнуть. Врывается Рандон в штрафную. Притормозил. Взял пас партнеру. Удар в ближний угол. И здорово там, чтобы возникли неприятности из ничего. Навес в штрафную. Головой не получил. Ударить у нашего игрока. Ну, а здесь может быть пенальти. Кстати, может быть пенальти. Играет не по правилам против Руи Корреи. И да. Нет, не Руи Коррея был. Мигел Родригеш, защитник, пришел в штрафную. И арбитр... Ну что, да, пенальти. Все же пенальти назначает он ворота нашей команды. И будет бить... Кто? Капитан Жуан Аурелио. Родригеш заработал. Это 11-метровый удар. Гута угадывает направление полета мяча. Держал Стасевича за плечо. Было это неправильно сделано. Стасевич подает выполняет штрафной. Навес. Удар головой. 1-1. Чигоза у Доджи. Ну, до чего же прекрасно работает эта связка. Или нет? Португальцев. Но довольно быстро наши восстановили равновесие. Опаснейший удар. Рандон бил поворотом. Стасевич у Доджи. Ждем мы опять сработки этой связки. Стасевич набрасывает штрафную. Удар. 2-1. Кто забивает? Нет, не у Доджи забивает. Забивает Слободан Симович в конце 40-й минуты. 2-1. Совсем уже здорово. Мяч отскочил к нашему защитнику. Тот его выбил не совсем удачно. Именно отсюда Стасевич подавал, когда отличали динамовцы. Ну, а здесь Гутер, конечно же, сплоховал. Явно сплоховал. И в этом матче пока мы сейвов от него не видели. Все, что летело в ворота португальского вратаря, залетало в них и залетает еще раз. Отличная передача на Чигозе Удоджи и привычная нам сальто. Здесь, конечно, не мог не показать на желтую карточку судья. Навес, опасная ситуация, удар. Гутер действует превосходно. Ну что, Насьенал восстанавливал равновесие в счете. Но, во-первых, сейчас команду выручит хозяева поля. Матиаш пасует назад. Марсал. Упал Марсал, но мяч у соперников. Удар поворотом. Отбивает перед собой мяч Александр Гутер, но присутствие двух белорусских коллективов в групповом раунде — это очень даже неплохо. Это случается впервые, так что мы с вами становимся свидетелями исторического события. Удар поворотом, Гутер, браво, правой комбинацию. Итак, прозвучал свисток Себастьяна Дель Ферьера, бельгийского рефери, который со своей работой, по-моему, справился на пятерку по пятибалльной шкале, да, раздал желтую карточку многовато динамовцам, но они также немножко горячились, но все это ерунда по сравнению.